Heyo guys, с вами Шимики. И сегодня мы поиграем в Spider-Man Shadow Dimensions. Ну что, погнали? Тут новая игра. Надеюсь, фризить не будет во время записи. Но пока стабильно показывают 30 FPS. Так, что-то начинается. Let's get started. These neighborhoods aren't gonna friendly them. Так, стоять, Человек-паук. Так, мне нужно аудио. Включить субтитры. Давай все сделаем вот так. Так, стоять. Да, настроен. Хорошо. Так, игра. Контроллер. Так. Мышь. Норм. Графика. Пускай, ладно. Контроллер. Так, вот сильный удар. Мне нужно, короче, поменять не на колесико, а на пятую. Мыслим. Мне нужно на пятую кнопочку. А все. То паутина судьбы. А у нас есть что-то на... Да, чутье на тап. На Alt. Так, Shift, right click. Давайте паутину судьбы будет у нас на альт. Left альт, все. Так. Поехали. Начнем. Если будешь следовать моим инструкциям, я могу тебе найти фрагмент. Как я могу отказаться от прекрасного здания? Веди. Хорошо, тебе нужно будет забраться на мыск, чтобы начать путь. Погоди, тут и прыгать придется. Так. Настроить чувствительность, чтобы было идеально. You will need to get higher than that. Keep your cloak on, M-Dubs. That was just a warm-up. Так, стоять. Еще увеличу немного. Ну, пускай да будет так. You will need to get higher than that. Тебе нужно подняться выше. And now, а теперь полезь по стене с своими уникальными способностями. Я уверен, здесь теория силы... Так. Yep, I'm crawling up a wall. Пока что стабильное у нас обучение. Я расширяю твой паучий чутье. Теперь вместо обнаружения опасности у тебя есть дополнительное умение. Видеть сквозь предметы, искать врагов и находить уязвимые места в окружении. Класс! Так, окей. Я приведу это... Так, не дай слабым строениям, так, оброшу эту стену с помощью паутины. Так. Это называется взлом и проникновение. Эй, смотри, что нашел. Отличная работа, начало половины дела. Теперь к другому Спайдермену. Смотрим на наиболее подарок. Черный костюм? Что я делаю в черном костюме? Ненавижу эту штуку. Успокойся, юный Питер. Этот костюм дает дополнительные способности для задания. Например, управляй моим телом за меня. Я сказал, успокойся. Мой ментальной силы хватит, чтобы его сдержать. Да? Надеюсь, ты знаешь, что и к чему. Так, теперь давай вернемся в следующий фрагмент. Быстро. Ты только что сказала по... способность паутинок, можешь быстро перемещаться от одной точки к другой. Попробуй. Хорошо.
occasionally in order to reach distant points. You have to jump towards the webs up in midair. Хорошо. Talk about a leap of faith. And you can run across narrow walkways such as this one without fear of дорожкам без всякого страха падения, благодаря своей природной ловкости и силам специальности. Называешь силы сцепления, кто будет кроме меня? Yes, понял. And it was no funnier than. The fragment is at the end of the corridor. Can you swing across to it? Diana, lady, it's my trademark. Это мой профиль. Это мой профиль. Конечно, мне нравится, что белые буквы тут слишком ярко, оно свечит, так раскачивается. Должно признать, костюм кажется полностью под контролем. Я стал сильнее, быстрее. Может быть, сработает скрытые пальцы? Так, держим. Ну, это, в принципе, ладно. Так, мы дошли с помощью одного выпуска, и все еще подыскать. Нет, Цукин, но теперь мне нужно обратить свое здание в будущее и к... Мигель О'Хара, Спайдермен 2099 года. Это я. Готов спасти вселенную и при этом хорошо. Так, следующий фрагмент рядом, прямо по курсу. Я его вижу. Осторожнее. Это территория собственности корпорации Alchemax, и значит патруль будет повсюду. А что такое патруль? Это полицейский сын, принадлежащий Alchemax, я не уверен, кто из них более... Так. Жесткие фризы. Так, все. Так. Ну, по сути, нас сейчас должны научить с вами драться, как я понял. Кстати, о них. Сюда направляется патруль. Много врагов будут препятствовать, помешать тебе собрать фрагменты. Тебе придется победить их. Больше рассказывал, а я пытался их карты обыграть. И не получилось. Это проще, попробуй легкую атаку. Нажми... Это... Hold it! Это скорее... Стоп. Так, стоять, я понял, я не сохранил. Сейчас бы не нажиматься. Так, мне контроллер нужен. Так, ладно. А, тут... О, нет, есть мышка. Надо не нажимать, так. Сильный удар мне нужен 5. Боже, почему оно все? Что? Так, все сохранилось. Оно тут почему-то через раз только что-то делает. Так, вернуться, вернуться. Да, короче, игруля не хочет работать стабильно. Впечатляешь, с такой силой ты можешь вырубить врага прямо в воздухе. Конечно, посмотрим. Попробуй ударить его в воздухе в полной комбо. Take him down, now! Try to hit him while he's airborne. Он реагирует через раз. Try to hit him while he's airborne. Наконец-то. Now try to grab your enemy. Хвати своего врага. Хорошо, схватил. Stop, Spider-Man! Остановись, Человек-паук. Come here, you. Иди сюда, ха! Ему теперь не уйти. Бей его. О нет, я вовсе не хотел, чтобы он исчез. Вовсе нет, я спасла его от гибели и отправила в безопасное место благодаря созданию табличек.
щели. Ну, пожалуйста, не будь благодарным в другой раз. Хорошо, что ты прикрываешь потом без спроса, берегись на Байдере. Идет последний тройник. Именно почему-то здесь у меня начинает пролагивать. Это Человек-паук. О, наконец-то все, походу. Мы добыли этот долгий кусочек. Ах, это была хорошая разминка. Боюсь, что ранее, чем ты полагаешь. И наконец-то я переношу свое внимание от будущего на мир прошлого. Может молиться. Болваны, Спайдермен идет. Зачем мы здесь? Похоже, преступная организация этого мира уже удалось найти один из фрагментов. Они забрали его. Но так, это довольно неплохое место. Пользуются тенями. Так. Попробую поразить противника бесшумно, незаметными атаками. Читаешь мысли, сестра? Да, я это и сделала. Так, опять как раз непонятная кнопка, какая нам нужна. Короче, так ём. Пишущие машинки, которые они швыряют, так, согласно, если враг тебя заметит, важно поразить его быстрее. Или отпустить, так, отступить в тень, так. Я дал тебе новую способность, паутины, они будут при этом очень полезны. О, мне понравилось. Спасибо за увеличение силы, леди. Паутина обычно разлетается повсюду. Используй паучьи сеть для поиска фрагмента. Туда, через эти ворота. Режим. Можно выполнить из различных позиций. Ну, я думаю, давайте за вот этого Человека-паука будем пытаться сделать чисто все по стелсу. Скрыто. Так, еще одна возможность для стелса атаки, что там было. Так, куда ты будешь смотреть? Да. Так. Минус еще один. Бандюган. Так, давайте сюда его и... Так. Легко. Фрагмент близкий, я чувствую его. Рядом. Можешь воспользоваться стелс-атакой. Леди, вы правы. Так. И мы добрались. Так, открыть ворота. И последний кусочек. Это будет конец. Так. И походу мы с вами завершили обучение. Осмотрись, на каждом уровне есть золотые эмблемы паука. Так, и да, мы выиграли с вами обучение. Так, у нас открыт следующий уровень за походу Красный Человек-паук. И по тени можно сказать, что это Кравен. Или стоп, или Карнадж. Кажется, это Кравен. Давайте будем проходить на обычно все. Какая разница. Так, а здесь только Хин, да.
Почерк еще очень полезный при поиске попавших в неприятности гражданских безопасных мест. Пока так ты можешь. Так, плюс костюм Спайдермена силы. Нигма, сила Нигма. Это физическое воплощение. Ладно. Я, скорее всего, когда будут такие долгие загрузочки, буду вырезать эти моменты. Чтоб не затягивать серию. Не, ну это что-то слишком долго. Мадам Паутина. Уф, Кравен. Этот маньяк. Куда он приволок меня на этот раз? Какие смертельные ловушки предстоят мне? Эй, довольно неплохой вид, на самом деле. Так, и как я вот смотрел там в опциях. А, я походу не поставил, а ну-ка. Опции. Контроллер. Паутина судьбы. Так, все. Сохраним. Так, 180 миссий. Ладно. Okay, let's see where this goes. Опа. Эмблема паука. Эмблемы блестящих жетонов восстанавливают здоровье. Они также дают тебе паучью сущность, а которая нужна для улучшения персонажей. Ищи серебряные и золотые паучьи эмблемы. Хорошо. Получается, одна такая эмблемка нам дает по соточке. Так, я, по-моему, там что-то видел. Ага, еще одна эмблема. Так. О, какие большие ворота. Знаете, как... Вот он, фильм был раньше. Парк юрского периода. Такие же огромные ворота были. Или то Кинг-Конг. Ну ладно, не суть. Добро пожаловать в джунгли, Спайдермен. Этот камень содержит в себе силу? Да. Я мог бы сделать тебе с ним как... Это было бы не очень... Так. А ты говоришь истину, правду. Пусть он будет твоим призом, если сможешь уцелеть. Твои силы против моего умения. Твой разум против моего. Давай, ходи в мою игру. Возьми свой трофей, если сможешь. Если можешь. Так. Ага, паутина судьбы. Добро пожаловать в паутину судьбы. Здесь можно отслеживать различные испытания, которые нужно пройти Спайдермену, чтобы стать сильнее и изучить новые умения. Не забывайте проверять экран улучшения персонажей и боевые усиления для просмотра того, чтобы... Короче, то, что доступно. Ага, доберитесь до годной Кравина. Хорошо, мы это сделали. Получили 500 паучков, да? Так. Убей 10 охотников парящими песчаника. Песчаника. Ладно. Порази паутина 10 охотников. Выполни 5 раскачиваний подряд, не касаясь поверхности. Ну, это, в принципе, можно сейчас сделать будет. И мы получим сколько? Косарь. Сбей молнии 5 стрелков сверху. Убей 10 охотников. Уклонись от 10 атак врагов в оборонительной стойке. Давайте тогда раскачивание выполним. Do not delay! Hurry! Hurry! So you want me to run through the jungle? Опа, все мы выполнили. Do not mock me, Spider-Man! Wow, you're awfully touchy for a guy who wears leopard print pants. Парень. Keep your tights on, I'm coming. Что там было? Ладно, я отвлекся. Быстрей, не задерживай.
Держим. Come! We have only scratched the surface. Seeing you so excited is creeping me out. Немного, конечно, подтормаживает. Без причины. Так. Да, здесь ты явно сможешь набраться опыта. Ловушки, дальнобольное оружие и, конечно же, рукопашный бой. Как мило, ты собрал свою банду из детишек? Мои последователи, им предстоит учиться с новым наставника, изучать искусство охоты, величайшего охотника из всех и самого скромного. Ты насмехаешься надо мной перед учениками? Нет, перед твоей бандой детишек. Ребята, помните, чему я вас учил? Бейте сильно и быстро, и никакой жалости. Да, посмотрим, на что они способны. Так, это нам не нужно. Сейчас сразу сделаем как раз враги. Уклон. Так. Ребята, давайте быстрее, чем больше вас сразу атакует. Так, все это мы выполнили. Мне на это все равно. Вы постоянно будете теперь мне это показывать? Ага. Улучшение, хорошо. Так, это обычные, да, атаки? Так, у меня пока две. Так, на что мне хватает? Ну-ка, это такое специфическое. Вот это вот, конечно, будет хороший, наверное. Паутиной стреляй. Давайте, наверное, прокачаем этот. Так, купить. Почему ты не прыгаешь? Мне это бесит. Прыгай. Мне плевать на подсказку. О, раз. Три. Четыре охотника. Да ты можешь нормально зацепить предмет. Глупый челлендж. 5, 6. Не попал. Так, одного убили как раз. Так, нет, отпускаем, отпускаем, отпускаем. Мне сейчас не до этого. Here's some for you. Так. Последний. Все. А теперь добиваем их. Так. Посмотрим. Улучшение персонажей. Паутина судьбы. Я не понимаю, что это за кнопки. Что это за кнопки? Я не понимаю. Page down. Down. Где эта клавиша хотя бы? Rip up. Ладно, будем делать по-другому. Нажимайся. Так, это экран улучшений персонажей. Здесь можно покупать улучшения для Спайдермена за собранную паучью сущность. По мере выполнения испытаний становятся доступны новые испытания. Так, хорошо. Так, боевое усиление, паутина судьбы. Так, это мы выполнили.
Так, что у нас здесь? Соберите 35 эмблем пауков. Уничтожьте охотника Голиафа, выполнив финишный захват. Убей Кравина в арене клетки. Убейте 10. Так, это мы читали. Уничтожьте всех охотников в главном дворе в течение 4 минут. Уничтожьте 10 колонн в последнем бою с Кравином. Окей. Так, я, наверное, еще немножко ускорю. А ну-ка. Короче, поставлю на максималку, да и все. Не буду мучиться. Похоже, что мои люди не состоят для тебя. Ты шутишь? Эти ребята были суровы. Я едва выжил, точно? Нет, я их размазал. Так, минус. Так, нам еще эмблемы нужно собрать, не забыть. Так, прежде чем туда идти, давайте пойдем в эту местность. Сразу силовыми атаками будем разбираться с ними, да и все. Мне кажется, так намного лучше и быстрее. Так, минус. Альт. Ага, увеличить размер здоровья. Время ярости, регенерация, ускорение зрения. Давайте жизни поднимем. Насколько они тут поднимаются? Они увеличились значительно. Так, хорошо. Да, это хорошо выглядит. Я прав. Теперь все хорошо выглядит. Так. 15 эмблемочек у нас уже есть. Посмотрите. Так, разобрались с этими разбойниками. That was the best you could do. Так, чтоб ничего не упустить, я все здесь забрал. За Кравина! За волну... Так, уклонение... Маневр... Ага, он держит жив. Эй! Активное уклонение во время атаки, уходи от неё. Так, хорошо. Уклонение. Да, ёпта. Я не могу силовой атакой его достать. О, ладно. И... походу, да, у меня силовая атака зависла. That solves that. Так. Кравин, Кравин. Давай, джунгли все еще полны сюрпризов. Прошу прощения, что ты там сказал? Охо, дротики. Хорошая ловушка. Дождитесь, пока он приблизится, а с расстояния выстрелите. Прикончите его. Кажется, на празднике начинается конкурс по украшению чего-то там. Так, молний.
Так, сразу минус 2 сделали. Паучка возьмем. Так. Силовой прыжок. Раз. That was the best you could do. Did you see that? Так, еще одна эмблемка. Походу врагов здесь больше нету. Так, мы еще выполнили задание. Do you not feel now? Ты не чувствуешь этого? Кровь в твоих жилах. Волнение поднимается в волосы на твоем... Я чувствую это, но думаю, что сделал что-то не то. Контрольная точка. Стоит ли... Don't crowd now, you'll all get your turn, I promise. Так, веб удара. Спайдермен может с помощью паутины быстро приближаться к врагам. Используя это свою пользу, держись вне опасности и бей паутиной при возможности. А, точно, мы же с вами еще прокачали паутинку. Ой, кого-то замотали. Почему? There's been a misunderstanding. I paid my library fines. Так, минус. Минус. Так, не падай. Stop hitting your face with my fist. Почему ты опять атакуешь сам по себе? Меня это ж раздражает. Залипает клавиши, не понимаю. Фантастика. Take that. Держи. Так. Все, мы его победили. Вот зачем защиту используй. Что за бред? Так, сейчас. Опа. Еще атаки делаются не с первого раза. Боже. Просто отстают от действий. Ага, так. Булава. Мощный веб-удар. В принципе, можно мощный веб-удар прокачать. А, у нас не хватает. И отскок. Вот эти вот мне бы пригодились два. Мощный веб-удар и отскок. Я думаю, если собрать, то лучше... Ну, пускай будет, ладно, отскок. Так, паутина судьбы. Так. О, мы сразу еще убили 300 охотников. Хорошо. Найди всех спрятанных пауков. Пауки. Порази паутиной 10 охотников. Как? Как я их поражу паутиной? Ладно, разберемся. Снова какая-то ловушка. Пуще чутье. Копье огня. Есть очко. Еще одна банда. Вы собираетесь спеть для меня? Уход от удара. Ага. Время, которое было... По месту, да? По испытанию. I can do this all night.
Еще кто-то копья эти кидает, которых я ни хера не вижу. Как поразить паутиной? Вот что мне сейчас самое интересует. Капау! Капау! Take that! А, веб-удар это имеется в виду вот эти? Take this, yo. Ой, давайте быстрее включить пока. А то мы еще не успеем выполнить за 4 минуты. Look at me go. Так. Anybody else? А где еще противник? Алло, где еще противник? Кого мне атаковать? Получить счетье. Где? Внизу? А. Спрятался. Смотрите на него. Так, получите чуть-чуть, убираем быстрее. Ага. Так, мне сейчас не важно. Сейчас главное. Так, походу все, да? Успели? That was the best you could do? Нет. Все. Это был последний. Anybody else? Да, все, мы успели. Так, собрать последние тогда эти фрагментики, которые не подобрал. Так, раз. Так, четыре паука. Так, я вижу, спереди там много фрагментиков будет. Так. Опа. Мы нашли одного скрытного паука. Это хорошо. Так. Походу здесь больше ничего нету. Ладно, пойдем отсюда. О, как раз сейчас еще этого паучка подберем, и мы выполним еще одно испытание. Прыгай. Не ошибись. Зато хотя подхилюсь. Ай! Кажется, это не сработает. Нужно найти другой способ. Ну ладно. Прости, у меня аллергия на пули. Да, вещь наворачивается, не выйдет. Как я понял... мне так неудобно. Outrageous! You are lucky. That is all. No hitting. Thanks for playing. Oh. Say, uncle. Так. Score. А что у меня там по испытанию? Так. Уклонитесь от 10 пуль снайпера Кравина в районе водопада. А то мы сейчас с вами делаем. Так, порази паутиной.
Ну, веб-удары, в принципе, сейчас я уже понял, что это. Кравина. Ну, короче, ладно. Так, давай. Раз. Еще давай. Not escape. He's not so tough. I'm not afraid. Oh, почему? Я заюзал паутину на врага. Pop. Ну, да, почему бы не? You maniac. Ooh, is this a private fight or can I join? Oh, outrageous. You are lucky. That is all. Can you to be fair? Да. I'm also quite handy. Почему ты их берешь? Не надо их брать. How could I miss? Так, мы выполнили еще одно испытание. You are on the good road. You test my... Next. Следующий. Да. Все. Guys, I've had a wonderful time. Давай стреляй. But this wasn't it. No. Так. There. Now. Well, company, and I didn't even bake a cake. Так, сделать сразу еще следующее испытание. Say uncle! Outrageous! You are lucky! That is all! Oh. To be fair, I'm also quite handsome. Anybody else? How could I miss? No! Look at me go! There! Now! Так. Дальше. Это, конечно, неприятные миссии. Ну, не вместе, а место с этим. Потому что они все стреляют, я не понимаю, кого атаковать. Not bad, if you say so myself. Плюс еще остаются атаки. Stop hitting your face with my fist. Curses. There's been a misunderstanding. I paid my library funds. Can you dodge this time? Who's having a good time? Raise your hand. I have you in my sight. И походу уже все. Я прошел водопадик. Так, открыть улучшение. О, как раз у меня хватает же этих. Вот так, у нас еще открылись. Бросок. Так, разряд вот это хорошо, прокачать сразу. Аэрозахват. Так, и где там были? Давайте, я не знаю. Сильный, да, возьмем. Думаю, хватит. Так, сразу улучшение героя. Ага, у меня больше ничего не открылось. Хорошо. Боевые усиления. Так, это мы смотрели. Паутина судьбы. Раз, два. Так, хорошо. Продолжим. You're in luck. This is Get Acquainted with Spider-Man Day. Here's some for you. Так, все. Всех одолел. Буду все. See ya. Увидимся. Так, золотой паук. О, походу сейчас что-то будет. Let me guess. Дайте угадаю. Входит двое, выходит один. Right. Правильно. Wow, love your headdress. Неплохой is that головной убор. Это из коллекции черепов. Могу я порекомендовать снаряжение? Может, что-нибудь из паутины? Классика. А ну, такой... Так, тихо. Тихо. Не кипиши. Yeah!
смотри, какой он дикий. Не будь диким. Who's having a good time? Raise your hand. Надо. Так, уговорили. Все? Это, знаете, как Безумный Макс в фильме было? Когда главный герой сражался... Он все еще жив, я думал, что обучал тебя намного лучше. Кравен! 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 Я обещаю показать тебе настоящую охоту. Я обещал тебе победу. А я человек слова. И теперь... Конец игры. He's blinded by the thrill of the hunt. Wait for him to lunge, then strike. You're doing well, Spider. Я его не вижу. You're doing well, Spider. Most impressive. I will destroy you, Spider. Looks like the hunter has become the... Oh, you get it. Опа, а что такое? Что-то пошло не так, да, Кравен? Ты какой-то изи, слушай. Опа. Опа, попал. Захват. Лучшая атака — это хорошая защита. Это кнопки, я понял. Это буковки красные. Так. Ну, короче, это движение вниз и стрелочка вниз. Просто по КД их нажимать, да и всё. Изи ворота. А теперь пора дать сдачи. Нападай. А, будет первое лицо. Молодец, теперь береги входное, так по возможности отбивайся. Помни, чем менее ты предсказуем, тем будешь эффективней. Короче, херячим в разные кнопочки. Что такое? Что такое? Doesn't that outfit change? Опа. Опа. Что такое? Опа. Ох ты мой. Правильно. Ну, чё ты такой дикий? Shall we resume our dance? Нет, 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 тебе запрещено здесь сидеть. Что ты свой сюрикенчик кидаешь? Ой-ой-ой. Попал, попал, хорош. Что такое? Атака не удалась? Так. Тихо, не кипишуй. Тихо. Тебя тут осталось бить немножко. Да, ты уже почти даже побежден. Слушай, Кравен, а ты даже в угол кто-то заметил? А, в ребра. Конец, Кравен. Охота окончена, и как победитель призываю тебя убраться. Надо же, сработал. Хорошо. Найдем Кравена. Так. Эмблемыч. Так, у нас осталось еще уничтожить 10 колонн. И найди все спрятанных пауков, которых мы только одного нашли. Ладно. Прыгай, челик. Ну, он какой-то был очень легкий, мне кажется.
Даже слишком. О, еще один паучок. Так. Я понимаю, на что вы намекаете. Я сейчас стану на свет. И выбегут разбойники. А нет. Даже не так. Крави. Мои люди бросили меня из-за тебя. Ты насмехался над моим обучением. Ну, не столько насмехался, сколько я потерял неудачу, и я не остаюсь ни с чем. Ни горсти, ни чести. Сергей, не делай того, что можешь пожалеть. Никто не оставляет меня. Никто не оставляет теперь. Да, ты сделал о том, на что пожалеешь. Ой, где бы он? У тебя за спиной. Ой, такая сила. У меня скорость тигра. Сила льва. И как все большие кошки. Я буду играть с жертвой. А тут мне нужно нажимать эти кнопочки, как я понял. Давайте сначала очистим, наверное, местность от вражины. Подай ты мне оружие, или я тебе силы ее заберу. Горшочек по лицу. Ты что, напрашиваешься? Где сильная атака? Где сильная атака? Где сильная атака? Вот сильная атака. По-моему, у меня зависла сильная атака немного. Да, она зависла. Как же это бесит. Прыгай. Человек-паук, прыгай. Так, я вижу еще одного паучка. Скрытый паучок, скрытый. Да, давай еще застрянем мне в стене. Будет вообще замечательно. О. Так. Что? Что, я решил по мне пробегать? Раз, два, по лицу. Капау! Капау! Почему ты не... А, я достал паутинка. Так, минус. Ребята, вас не слишком-то много. А в чем это вы? Почему вы сияете? Это вас. Силач что-то? Силы дают? Или я не понимаю, что это? Ворот. Да, не ворачивайся, ты атакуй. Короче, как я понял, пока стрелков. Так, тихо. Так, минус стрелки. Так, минус стрелки. Теперь должно быть полегче. Take this, yo. Вот он просто сам нажимает эту паутину. Я чисто нажимаю обычную атаку. Он юзает паутину. Ладно, давайте хорошо.
Так, разберемся. Он восстановлен. Нормально хп. О, он фул хп нам восстановил. Полетели наверх. Похоже, у вас не очень манером. Не бей ты паутины, когда это не нужно. Бомба 15, все, ты труп. Я надеюсь, да? Да, все, ты труп. Так, и далеко ли еще? Опа! Еще одного паучка вижу. Да, я думал, застрял. А, это ты даешь специальный баф? Что? Что? Ты еще наделешь их силой? А как я заметил, здоровячок наносит уроны свои. Ха-ха! Дурачки. Да, я видел это. Да ладно тебе, чё ты? Ты что, глушанул своего, серьезно? Благодарю. Меньше трать времени. Тихонько, ворот. Уворот. Убивай, убивай. Силовая атака. Так, походу я зачистил эти этажи, теперь я могу спуститься вниз и активировать кнопочки, а нет. Мин. О, как я нашел еще паучка как раз. Так. Наверное, слышно, да, на записи, что типа отстает звук. Ау, как раз вот. Думаю, где я видел эмблему паука. Так, поехали. Раз. Так, всего 5 кнопочек. Это будет 5-я, как я понял. Ласт кнопка. Так, ты можешь? Я не знаю. Без зависти. Не так, следующая кнопка. Лети. Вот. А я могу пропустить это как-то? Я вас понял, хорошо. Так, нам осталось 3 эмблемы найти всего лишь. Ну серьезно. Так. Опа, я еще нашел эмблемку. И нам осталось найти еще всего лишь 2.
Так. Тихо, 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 тихо. И кнопка. Ты здесь, да, последний? А, я вас понял. Здесь не кнопка у нас. Так, но мне нужен всего лишь один последний паук. Да? Да, мне остался один паучок. Эмблема паука, где последняя? Эмблема паука, где ее надо взять? Но если пропустил, то это... печально. Даже не печально, а прискорбно. Давай. Так. Последняя кнопка. Может, все-таки найдется эмблема? Серьезно. Ну блин, ну хотя бы. Да, походу ее больше тут нет. Берите. Бери ты больше. Все, брал. Никаких свидетелей. Никто не отвлекает. Сейчас. Да, бедно, мы не успели. Наконец-то мы оба пришли к согласию. И самое обидное то, что... Так что... Ой, слушай, а ты жесткий. Так. Одна колонна. Одна колонна. Опа. В смысле, ты по мне попал? Боже. Я что, вернулся? Слоу, ду слоу. Четвертая колонна. Так, пятая колонна. Ой, ты еще сам сломал колонну. Хорош. Я надеюсь, я хотя бы из-за этого не проиграю. Уворачиваюсь. Почему ты не прыгал? Почему ты не уворачивался? Не понимаю. Do you think you can defeat me? Все хорошо, все мы сломали. Теперь можно его и побить. Давай, Крал, давай, давай. Your body betrays your fear. Farewell! The glint of steel. А, ну то мы сейчас не отрубим паутины. Красиво, почему бы и нет? Зачем ты отпрыгиваешь назад? Зачем? Я ж не отпрыгиваю специально назад. Я жму только вперед. Плюс у меня мало хп. Вот такие попадания, и он меня убивает. Бей, бей. Хватит меня бить.
Где корабль? Нашел я их. Your will is strong, but mine is stronger. Slow, too slow, slow, too slow. В смысле медленно? Что? В смысле медленно? Я быстро тебя накрою. Не надо мне это раскатывать. О, у ворот. Ладно. Назад. Нет, мы же не будем его атаковать. Тут мы взорвемся. Хорошо. Это тоже хорошо. Стоп. Ты что, терял? Я думаю, что он делает? Он какой себя восстанавливает? You are in trouble, my friend. Ну что, Кравен? Стоп. Зайчик. А можно к нему прыгнуть? Отлично, Спайдермен. Ты справился. И как не вовремя, если я слышу слово «охота» снова. Теперь другие фрагменты. Охота продолжается. Какое же это управление тяжелое. Фух. Ну, мы выиграли за 36. Нам как раз дали 10к. Продолжить. Тяжелые враги сильны, но у тех преимущества в скорости. Уклоняйтесь от них, от их атак, потом приближайтесь, как они восстанавливаются. В смысле, типа, тяжелые враги могут восстанавливаться. Источник силы космических Спайдермена. Сила... Так. Все. Кравен у нас получен. Ого, нам доступно теперь 3 новых противника. Челик с пулеметами какой-то. Похоже на горгулью. И даже не имею вариантов. Но я думаю, мы продолжим в следующей серии, ребята. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и пока.